Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу вам показать такой интересный рецептик. И готовить будем то, обычно, что выкидывают все при приготовлении. Ну и делают это напрасно. Это можно использовать. Это у нас не что иное, как рыбья кожа. Вот это вот кожа лосося. Видео, как я ее разделал, можете посмотреть. Подсказочка вам я сделаю будет. А вот кожа выглядит вот так. Вообще, продукт кожа от рыбы, это такая универсальная штука. На коренные жители Амура из нее шили одежду. До сих пор некоторые старые рыбаки, которые не просто вот рыбачат серьезно, делают из нее верхонки, обшивают этой кожей. Она очень плотная, толстая и не пропускает воду. Но мы с нее шить пока ничего не будем. Можно сделать, знаете что, классные получаются ножны для ножей. Выделывают ее, натягивают на брусочки и обшивают, и получается здоровские ножны. Так, ну, не о том суть. Сегодня мы будем ее готовить. Готовить из нее будем очень вкусную, поверьте на слово, это вкусная штука. Называется она чипсы из кожи лосося. В некоторых северных странах, там типа Норвегии, это как деликатес идет. Но, а у нас обычно это выкидывают. Но я так хочу вам показать, что это можно приготовить. И как это делается, все очень просто. И результат вам, уверяю вас, понравится. Под пиво идеальная закуска. Не хотите пива, раскрошите в порошок, посыпайте какие-то рыбные блюда, как приправа к блюдам. Короче, смотрите все сами, все увидите. Все делается очень просто. Очень. Но результат вас приятно удивит. Мы когда были детьми, приезжали на каникулы к бабушке в деревню, и обычно в огороде много-много-много у нас вывешивали рыбу для копчения, вялили там, потом коптили ее, ну, по многу сразу. И самая вкусная часть рыбы была, это содрать с копченой там или вяленой рыбы кожу и положить ее сверху на раскаленную печку. Она так сворачивалась в трубочку, шкварчать начинала. И было что-то вроде жвачки. Такой настоящий детский деликатес. Так, ну ладно, не будем отступать, приступим. Для этого нам понадобится кожа лосося, острый перец, если любите. Если не любите, можете взять любой другой перец или рыбную приправу, все что угодно. Так, перец у меня уже с солью, я солить не буду. Но вообще крупная соль и растительное масло. Все, смотрите, продолжаем. Кожу лосося. И надо с нее промокнуть влагу, чтобы она у нас маленько подсохла. Просто бумажным полотенцем. Обмакнули. Так, это нам не нужно. Ну, теперь она как бы большеватая. Давайте ее пополам разрежем. Вот на такие штуки. Дальше берем противень, укладываем ее, как сказать, лицевой стороной вниз. Вот где кожа, где было мясо, эта часть наверх. Так, давайте сначала вот так выложим, помажем, вблизи немного масла, а потом разложим. Чтобы она у вас не прилипала. Смазываем растительным маслом. Так вот перемешаем ее, чтобы она у нас хорошо смочилась. Тогда к ней хорошо прилипнет все специи. Укладываем ее вот так вот. И внутренней стороной наверх получается, да? Старайтесь ее маленько расправить, чтобы она у нас равномерно пропекалась. Так. Ну вот, в общем-то, и все. Весь секрет ее приготовления. Так. Разложили. Я все руки помою. Так, руки я помыл. Так, ребят, теперь берем любую рыбную приправу, какая вам нравится. Если приправа без соли, добавляем крупную соль. Я люблю острое, так что мы сыпем вот так перчиком красным, жгучим. Маленько припекало. Ну вот и все, приготовление как бы на этом заканчивается. Сейчас эту противень убираем, эту противень. Этот противень в духовку разогрету до 180 градусов. Буквально на 5 минут, не больше. Ну потом вернемся через 5 минут и посмотрим, что будет.
Так, не забудьте посолить. Так, вот, ребят, прошло ровно 5 минут. Вот что у меня получилось. Они сейчас мягкие, свернулись в трубочку, но когда они остынут, они будут хрустящие. Сейчас маленько подостынут, и я вам покажу, что получилось. Вот такие штуковины. Так, вот я снял наши будущие чипсики с противня. Пока они горячие, их нужно порезать. Когда они остынут, вы этого сделать уже не сможете. Вот такие кусочки небольшие режем, кожицу эту. Ну вот, что у нас получилось. Сейчас дадим этому делу всему остыть, я вам покажу, что будет. Ребят, ну вот они остыли, получились вот такие вот хрустящие штукенцы. Вот, видите, слышите, хрустит. На вкус они такие сталиновато-острые, с небольшим привкусом вяленой рыбки. Ну, короче, под пиво, я думаю, заходит просто на ура. Вот попробуйте и не пожалеете, я вас уверяю. Считайте, сбросового отхода, из отходов, получается вот такая вот вкусняшка. Ну все, все, что я хотел вам показать сегодня, на этом все. Дальше будут еще очень интересные рецептики. А пока ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайки обязательно. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все, всем пока, до встречи.